Муниципальное предприятие ДСЖКУ проводит конкурс на лучший скворечник в рамках всероссийской экологической акции «Двор для птиц». Одни из первых конкурсантов решили показать свои работы. Жители нескольких домов в квартале Ивакино уже несколько лет обустраивают свою улицу для проживания птиц. В их двор регулярно прилетают воробьи, синицы, снегири, свиристели и даже дятлы. Мы их на балконе вывешиваем сало. Семечки покупаем специально, и они, у нас специальные тоже кормушки, и мы их подкармливаем. Вот сегодня утром, например, я выглянула в окошко, сидят синички и кушают сало. За пару лет жители квартала Ивакино сделали и повесили 30 скворечников, столько же синичников, смастерили около 10 кормушек. Вот, например, было весной, делали скворечники. Да. Очень много, может, вы обратили внимание. Дети их расписывали красивыми красками, желтый, синий. Вот у кого какое настроение было, вы знаете, потом повесили. Кормушки поставили для птиц. Алексей Кузин с пернатами на «ты». Его отец – опытный птицевод. Поэтому мужчина не понаслышке знает, какой корм больше всего подходит для зимы. В данный набор входит измельченная кукуруза. Вика, сырые семечки, пшено. А еще горох есть. Но это состав такой, как и для голубей, так и для мелких птиц подходит. То есть синицы, воробьи, как бы для... То есть универсальный. Универсальный, да, составчик такой. Раз, два. Фотография готова. Ваши работы можно отправить до 30 января на почту либо социальные сети вашей управляющей компании с обязательной пометкой «Конкурс», «ФИО», адресом и материалами, из которых делали домик для птиц. 31-го уже подведут итоги, ну а работу лучших наградят призами. Ксения Каретникова, Дмитрий Бочаров, служба новостей.